Гражданской обороне Московской области исполнилось 87 лет. В честь этого праздника ветераны службы провели торжественное мероприятие, которое включило в себя конференцию, награждение представителей пожарной охраны, а также смотр техники. Местом встречи ветеранов гражданской обороны стал городской округ Люберцы. Торжественное собрание в честь 87-летия гражданской обороны Московской области началось в актовом зале Люберецкой администрации. Участники встречи посмотрели фильм, посвященный итогам 2023 года. Затем прослушали доклад о работе местной противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны. Гостей конференции поприветствовал глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Служба укрепляется, традиции крепки, и традиции продолжаются, так как самые сложные времена прошлого столетия и сложные времена, которые у нас сегодня происходят в зоне специальной военной операции, там, где ваши коллеги, сотрудники трудятся и обеспечивают безопасность, восстанавливают регионы для мирного населения в условиях военного времени. Эти традиции были заложены вами. Огромные слова благодарности ветеранам, которые создали эти традиции, которые заложили основы службы и передали ее новому поколению. Ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы наградили памятными медалями и нагрудными знаками МЧС России. Затем гостей мероприятия пригласили на парковку Дворца спорта «Триумф» на смотр выставки спасательной и пожарной техники. В Московской области создана система, Московская областная система действий по предупреждению ликвидации данной ситуации. На принципе разумной достаточности, защиты населения, объектов, поселений от всех угроз, которые могут быть. В том числе паводки, пожары – это природные циклические явления, техногенные аварии и так далее. Ветераны гражданской обороны приурочили это мероприятие к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Следующее подобное собрание запланировано на 4 октября. Эта дата отмечена в календаре как День гражданской обороны Российской Федерации. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.